Сегодня в ДТП погиб еще один человек. На улице Элеваторная КАМАЗ выехал на встречную полосу движения. По словам водителя грузовой машины, его подрезали. Перед ним из переулка выскочила серебристая иномарка. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель КАМАЗа выехал навстречу. В это время по дороге двигался легковой автомобиль Kia Sorento. Произошло столкновение, в результате которого водитель джипа скончался на месте. Его пассажирка попала в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Она находится в реанимационном отделении под наблюдением докторов, травматологов, ортопедов, других специалистов, анестезиологов. Вот ей проводится лечение, наблюдение, лечение, да, обследование. Состояние, естественно, приниматься надо, просто не можем. Состояние тяжелое пока в настоящее время.